течение двух дней спортивный комплекс «Кристалл» принимал участников второго этапа 4-й Всероссийской летней спартакиады Универсиады 2014 года по настольному теннису. Начинаем церемонию награждения победителей и призеров соревнований. Награждение проводит директор Федерации настольного тенниса Новосибирской области, судья международной категории Галихина Лариса Ивановна. На пьедестал почета приглашается команда, занявшая третье место, Хакасский государственный университет имени Катана. Состав команды: Попов Геннадий, Арай Николай, Касьянов Денис, Хатибулина Анастасия, Лаврынец Екатерина, Тармазакова Валентина. Команда награждается дипломом, памятным кубком. Участники команды награждаются дипломами и бронзовыми медалями. Второе место заняла команда Сибирской государственной геодезической академии в составе Костников Антон, имени Владислава, Тимирханов Руслан, Кумина Татьяна, Бахаякова Арина, Андреева Анна. Команда также награждается дипломом, памятным кубком. Участники команды дипломами и медалями. В упорной борьбе, выиграв у Сибирской государственной физической академии со счетом 6-5, победителем второго этапа стала команда Сибирского федерального университета в составе Ермаев Роман, Анисимов Антон, Бухмаджоров Ихтио, Японская Оксана, Вершинина Юлия, Голощук Нина. Команда награждается дипломом, памятным кубком, участники команды дипломами, медалями. Медалью награждается тренер команды Сибирского федерального.